«Детские судьбы» – такое название получила новая фотовыставка, которая открылась в эти дни в городской центральной библиотеке. Ее организаторами выступили творческое объединение «Ракурс» Пинского индустриально-педагогического колледжа и волонтерская группа «С добротой по миру». Благодаря этому творческому союзу удалось создать экспозицию с тем, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам детей. Ну, может быть, полезно, ну, люди посмотрят, что вот есть эти детские судьбы, которые мы занимаемся. Благотворительность, помогаем деткам, которые находятся в приютах социальных, которые находятся в социально неблагополучном положении. Возможно, это кого-то затронет все доброе сердца и могут помогать нам вместе. На экспозиции представлены больше 20 фотографий. Они объединены одной тематикой детских эмоций. Работы выполнены учащимися Пинского индустриально-педагогического колледжа, который посещает творческое объединение для фото- и видеолюбителей «Ракурс», работающее на базе этого учреждения образования. Руководитель «Ракурса» Руслан Маркевич. В экспозицию вошли фотоработы разных лет. Была идея, мы это все создали, объединили в одно. Сначала эта выставка висела в нашем колледже. Она привлекала довольно много внимания, всем на нее обращали внимание. Конечно, была гордость, что такая выставка существует, что ее создали, что есть такие учащиеся, которые могут данные фотографии создавать, находить что-то красивое в самом обыденном. Сложность фотографии в том, что надо подловить момент, когда ребенок может даже отвлечься, чтобы увидеть эту красоту. Вот, выразить ее всю в фотографии, может даже где-то немного добавить эффектов. Вот. Ну, в основном это надо момент. На фотографиях можно увидеть искренние детские эмоции, улыбки, смех, радость, задумчивость, счастливые мгновения детства, в котором хотел бы оказаться, наверное, каждый. Наша выставка не случайно организована к 1 сентября, к Дню знаний. Дети, которые идут в школу, дети, которые будут приходить к нам в библиотеку, не только дети, учащиеся, очередной раз обратить внимание на, ну, на красоту фотографии, на красоту детских эмоций. Фотовыставка под названием «Детские судьбы» представлена на втором этаже городской центральной библиотеки. Продлится она около месяца. За это время ее могут увидеть все желающие. Вход бесплатный.